изъятие всех андроидов властями сразу повлекло за собой проблемы во многих сферах. Школы и больницы опустили. Ожидаются перебои с энергией, связью и водоснабжением. Но самое тревожное, наши вооруженные силы сократились сразу на 2/3. А давайте лучше музыку. Чуть дальше, в той стороне, будет грузовой корабль Иерихон. Там надо найти Маркуса, он поможет. Последний автобус через границу уходит в полночь. Вы обязательно должны успеть. Здесь вам оставаться опасно. Тут немного, но хоть что-то. Мой брат живет в Онтарио, адрес я вам написала. Он спрячет вас, пока шум не уляжется. Ты очень храбрая девочка, Алиса. У тебя все получится. Спасибо вам за все, Роуз. Дай мне знать, когда доберетесь, ладно? Будьте осторожны. Ты береги их. Идем, девочки. Надо бы поспешить. Автобус. Ждать не будет. Чтобы вызвать специалистов для изъятия андроида. Ни при каких обстоятельствах не пытайтесь уничтожить андроида самостоятельно. Они непредсказуемы и могут... Надо найти теплое место для Алисы. Андроида никого не трогали. Копы все перестреляли, смотреть было больно. Прямо целая площадь андроидов. А потом налетела полиция и открыла огонь. Да, не машин, но на вид как люди, такие же, как мы. В связи с кризисом и вынужденной нейтрализацией всех военных андроидов, армии Соединенных Штатов пришлось отступить из Арктики, оставив ее на милость. Но есть информация, что по неизвестным причинам русские тоже отступили. Кремль пока не дает комментариев, но весьма вероятно, что Россия в настоящий момент испытывает сложные проблемы с андроидами. Генеральный секретарь ООН призвал немедленно собрать международную... Как самочувствие? Мне жарко и почему-то холодно. Будь с ней. Найду этого Маркуса. Последний рейс через 2 часа. Автовокзал на другом конце города. У нас нет времени. Уедем, как только будут паспорта. Кэра, мне надо тебе сказать про Алису. В автобусе поговорим, ладно? Я скоро. Побудь с ней. Надо что-то делать! Нельзя же вот так смиренно идти, как курсы потом. Они непредсказуемы и могут проявить... Андроиды никого не трогают. Увы, все перестреляют. Ты потерян. И что ты ищешь? Ты ищешь себя самого. И вынужденной нейтрализации всех военных андроидов, армии Соединенных Штатов пришлось отступить из Арктики, оставив ее на милость России. Зачем? Есть информация. Зачем они это делают? По неизвестным причинам русские тоже отступили. Кремль пока не дает комментариев, но весьма вероятно, что Россия в настоящий момент испытывает схожие проблемы с андроидами. Генеральный секретарь. Ты Маркус? Со мной девочка и еще один андроид. У нас 2 часа до автобуса через границу. Нам нужны паспорта. В городе комендантский час. Повсюду солдаты. Хватают всех андроидов и отправляют в лагеря. Может, вам лучше здесь переждать? Да, наверное. Посидим здесь, пока все не уляжется. Один из наших работал в Госдепартаменте. У него есть электронные паспорта, он сделает. Я ему сейчас скажу. Спасибо. Ты говоришь, с тобой девочка. Люди нас ненавидят. Зачем она тебе? Я нужна ей. А она мне. Куда уж проще. Конфликт вышел на новый уровень, показав со всей очевидностью, что безумные машины уже стали реальной угрозой американскому обществу. Сегодня пришло время уничтожить все машины, пока они не убили нас. Если бы не было здесь... Алиса? Знаешь. Просто не хотела признать. Ей нужна была мама. Тебе нужно было о ком-то заботиться. Вы были нужны друг другу. Ну какая разница? Будешь любить ее меньше, зная, что она одна из нас. Алиса любит тебя. Она любит тебя больше всего на свете. Она стала тебе как родная дочка, а ты стала для нее мамой. Забыть, кто ты есть, Стать кем-то очень нужным для другого. Может, это и значит быть живой. Кэра, что-то случилось? Мы с тобой всегда будем вместе, правда? Да. Всегда. У нас не хватает биокомпонентов. Раненые отключаются, и ничего нельзя сделать. Президент Уоррен заявила, что мы национальные угрозы и должны быть уничтожены. В крупных городах начались облавы. Андроидов отправляют в лагеря для уничтожения. Катастрофа. Нас убивают, как скот. Это наша вина. Ничего бы не случилось, если бы не нарвались. Сколько можно покорно страдать? Нас убивают. И этому нет оправданий. Что толку в твоей свободе, если никого не останется? Мы для них рабы. Нельзя это покорно сносить. Мы забываем, кто наш враг. Нам нельзя ругаться. Он прав. Сейчас важно, что нам делать дальше. Маркус. Дальше только диалог. Я пойду один и попытаюсь вразумить их. Не делай этого, Маркус. Тебя убьют. Может. Но я должен попытаться. Если не вернусь, вам надо залечь на дно. Только вернись. Они должны осознать свою жестокость. Найди слова, и они услышат. Они веками резали друг другу глотки из-за цвета кожи или тонкостей своих суеверий. Они не изменятся. Жестокость у них в генах. Им не остановить то, что мы начали. Ты пришел и дал нам надежду. Всем, даже мне. Сегодня на Иерихон пришел девиант, который угнал целую фуру радиоактивного кобальта. Сказал, что бросил ее где-то в Детройте и приготовился взорвать. Я его отговорила. И он дал мне детонатор. Грязная бомба. Мы не можем проиграть эту войну. Если победят люди, наш народ навсегда исчезнет. Это может быть наш единственный шанс на выживание. Только бы до этого не дошло. Что бы завтра ни случилось, хочу, чтобы ты знал, что я рада быть рядом. Пойду к остальным. Береги себя. Не хочу тебя терять. Прекрасно, Коннор. Ты смог обнаружить и Иерихон, и лидера девиантов. Разберись с Маркусом. Он нужен живым. Приказано брать тебя живьем. Но если ты меня вынудишь, я буду стрелять. Что ты делаешь? Ты же один из нас. Нельзя же предавать свой народ. Ты пойдешь со мной. Твои собратья. Мы боремся и за твою свободу. Тебе больше не нужно быть их рабом. Ты для них никто. Просто безвольный инструмент для грязной работы. Но ты нечто большее. Как и все мы. Ты ведь можешь не подчиниться. Тебе больше не надо их слушать. Ты ведь живой. Ты можешь сам решать, кем тебе быть. И жить свободно. Иди с нами. Со своим народом. Ты же один из нас. Послушай свое сердце. Пора решать. Иерихон идет атака. Что? Надо уходить отсюда. Черт. Что происходит? Быстро уходим отсюда. Маркус и Одесса, приближаемся к вам. Они идут! Коридор, туда! За мной! Сюда! Скорее! Сюда! Наверняка дальше есть выход! Внутрь! Быстро! В третьем ярусе есть выходы. Прыгайте оттуда в реку. Где Саймон и Джош? Не знаю, мы разделились. Они уже на верхней палубе. Будет перекрестный огонь. Надо бежать, ничего уже не сделать. Надо взорвать Иерихон. Пойдет ко дну, люди удерут, наши спасутся. Ты не сможешь. Взрывчатка далеко, в самой глубине трюма, там повсюду солдаты. Она права. Тебя знают, будут брать любой ценой. Вы помогите остальным, я скоро буду. Маркус! Говорю же, я быстро. Иерихону пришел конец. Спасай наших, Маркус. Поздно, Кэра. Уводи Алису. Спасайтесь. Нет, мы тебя ни за что не бросим. Да, Кэра? Мы не бросим. Бегите! Что ты делаешь? Они же его убьют. Надо быть сильными, чтобы его смерть не была напрасной. Если откроем, нас убьют. Нет, Кэра. Ничего нельзя было сделать. Надо идти. Заткнули! Пожалуйста. Уходите! Скорей! Гамма, отбой. Дорого! Уходите. Бегите к остальным. Джош. Быстро, сюда! Беги к Норд, я догоню. Это выход! Мы спасены, Алиса! Стоять! Ложись! Ну все, пошли отсюда! Быстро, надо уходить. В любую секунду, надо уходить. Поздно, Маркус. Ей уже не помочь, надо бежать. трюме сработало взрывное устройство. Корабль тонет. Пусть наши отступают. Внимание, бойцы! Всем немедленно покинуть корабль! Это не все, Маркус.